Всем приветик! Сегодня у нас 20 ноября. Хочу вам показать свой завтрак. Творог со сметанкой и печеные яблочки с медом. Сегодня мы с Иванычем решили на здоровое питание, что ли, перейти. Надо похудеть немножко. Может, гипертония покинет. А то и он что-то неважно себя чувствует. Все, говорю, ни сала больше у меня, ни копчености, ничего не будешь есть. Будем супчик с индейкой варить и все такое прочее. Поедем в магазин, купим орешков, купим сухофруктов. Все. От сахара хотим отказаться. Да, девчонки, посмотрим, насколько нас хватит. Привыкли мы так кушать, поэтому как-то это... Ну, будем стараться. Он сказал, я за любой кипиш. Только, говорит, голодом не мучай. Мы поехали за правильным питанием. Мы можем даже на рынок зайти, Саша. Ой, ты чё? Чего? Страх божий. Автобус едет. Боюсь. На рынок заехать. Сейчас давай заедем. Сухофрукты посмотреть и орешки. Да, едем. А потом поедем к 2 часам к маме. Мама получила пенсию. Говорит, поехали, проедем по магазинам. Погода мерзкая какая у нас. Приехали в уют. Привет. По мамкиным делам езди. Мамка хочет сделать ремонт. Чё? Говори что-нибудь. Вон, понапокупали полную машину. Всего. Все для строительства. Кисточки, клей ПВА. Так. Вот эту баночку тоже, наверное, положу тебе, да? Не знаю, что у меня сорвет. Саша, не замерзайку купил. Так. Давай, мне. Вот эту вот. Вот эту я возьму. Сразу не унесем, наверное. Нет, конечно, не унесем. Вот это еще, мам, подожди. Вот. Так, что у нас остались? Плитки здесь, да? Потому что там еще и этот, и фартук, еще и плитки. Ну ладно, ладно. Вот много так, все еще нет. Вот такой фартук купили, вот такой. Покажись девчонкам. Давай, вставай. Моделька. Подшила я ему брючки. Мы так что-то это прозябли. Видите, он там в каких этих сапожках. Да, это ему сестра связала, да? Сестра связала? Нет? А кто? Покупали. Покупали? А где покупали? Не помню. А Катя с юга привезла? Наверное. Катя с юга привезла. А я думаю, покупать. Люба тебе связала. Нет. Такие ты что, чуни? Вот после стирки. Как у тебя ощущение? Подсел? Может, вот это вот, кофточка, а штаны-то нет? Штаны нет, а кофточка немножечко, да? Чуть-чуть. Потому что я вижу, грудь тебя обтянула. Обтянула? Да. Вот, мы сейчас ездили с мамой, с моей, по магазинам. Она затеяла ремонт сразу во всех комнатах. Как во всех комнатах? В ванной, в коридоре и на кухне. Спорить с пожилыми людьми себе дороже. Поэтому мы немножко ее урезали. Нервную систему все подорвали. Купили то, что я дошел, хотел. Не броюсь уже. Да, дошел. С этой тещей. С этой тещей. Потому что кому же это все делать? Вот мы им дали задание, чтобы они обдирали обои в коридоре там, в этом самом, на кухне. Вот, Саша ванну установил, унитаз установил. Раза 3, уже 4, не знаю. Новый унитаз уже, брат свернул голову. И вот мы заехали в магазин, так как... Мы решили же правильно питаться. Ой, сейчас мы я вам... купили колбасы. Не, колбасы мы купили, конечно, как сказать, внук придет. У него каникулы начались. Он закончил триместр у нас. Закончил на 4,5. Сами удивляемся вообще, как он учится, я не знаю. Как он учится. Сейчас я вам быстренько скажу по ценам. Не буду ничего так выискивать. Вот 2 чека взяла, я все-таки усердно вспоминала и вспомнила, что надо их взять.
Сейчас быстренько прям вам скажу по ценам, чтобы не искать и не выдумывать там, что уже ничего не помню. Мы сначала с Сашей зашли на рынок, купили мы, вот, посмотрите, что. У меня с собой было 400 рублей наличкой. Купили миндаль 200 грамм, шиповника, даже не знаю сколько, это он нам там все это сам мудрил. Потом узбекский, как он сказал, чернослив, и немножко нам вот дал инжирчику. Вот на 400 рублей вот это все у нас. Шиповник, чернослив, миндаль и инжир. Потом мы зашли в Магнит. В Магните мы купили хурму, купили мы груши. Давайте сразу скажу, что сельская ярмарка. Вот листовой салатик взяли вот такой вот. Там же завтра, наверное, Димка к нам придет на каникулах. Вот такой салатик, он стоит-то. Так, 64,90, ну 65 рублей. Так, тест взяли, вот такой крупнолистовой, написан зеленый чай. Будем чай зеленый пить. В общем, меняем жизнь полностью. 89,90 рублей, короче, стоит. Бусинки вот такие увидела. Мне надо будет мою веточку, мы ее там залили. Она у нас усердно там подсыхает. Да, но я все время забываю. Видите, у нас стулья там загорожены. Это у нас там веточка стоит. Я два раза пыталась уже стул убрать, задвинуть на место. Эта веточка падала у нас. Шпикачки мы взяли. 197,82. Вот такие шпикачки. Внука надо будет кормить. Ну и сами мы редко их покупаем. Захотелось вот мне с картофельным пюре почему-то. Пражские мини-шпикачки, фасованные уже. Колбаску тоже для Димки купили, любительскую, потому что бутерброд без конца просит. 209,90. Так, печеночную колбаску кошки отвезли. Кильку купили такую, тоже сынок у нас любит. Если он все-таки ее не съест, то мы, может, в будущем даже супчик сварим с нее. Килька такая стоит у нас 50 рублей. Огурец один купили. Написано «Огурец гладкий». Лучше бы написали, откуда привезли, а не «Огурец гладкий». Цена этому огурцу 20 рублей одному. Картофель новый урожай красный. 1 килограмм стоит у нас 19,90. Здесь вот на 43,50 картошечка. Вот тут у нас. Саша выбирал, не знаю, какая она, хорошая или нет. Филе самарский бройлер. Филе курочки взяли. 180,10. Вот. Сколько здесь? 819 грамм всего. Грушки хорошие были там. Конференция. Мягенькие вот такие прям груши хорошие. Во. Конференция. 114,90 килограмм стоит. Вот здесь на 150 рублей. Там 6 штук я взяла на двоих нам как раз. Ну и Димка придет, если захочет. Хурма. Отборная, импортная. Ни королек, ни там инжирная. Ничего, непонятно. Короче, отборная, импортная. И все тут. Ну и королек как-то. Не знаю. 128,23. А килограмм стоит 156 рублей у нас за хурму, за импортную. И перловую крупу вот такую купили. Что-то мне захотелось. Увидела я там, девочка одна готовила так вкусно, мультиварки, попробую и я. Вот за эту вот крупу 800 грамм. В общем, стоит она 41 рубль. Так, это мы были в Магните. Потом мы зашли в Пятерочку. Мы вообще в Пятерочку-то пошли вот за индейкой. У нас только там в Пятерке продается. Гречневую крупу вот такую вот купили. Эта крупа стоит у нас 34,99, 35 рублей. Потом я взяла Босс. Вот такой Босс. В стирку добавляю. Босс мне нравится. Вот такой большой вот порошок. Я не знаю, тут есть ведь он и маленький продается. А сколько здесь? Так, сколько здесь средства? 83,69 в атмосфере стоит. А, в Пятерочке мы были. В Пятерке я взяла. В атмосфере это мы мамки там покупали. Хлебцы гречневые. Вот такие вот хлебцы взяли попробовать. Вот такие вот щедрые гречневые хлебцы. Написано клетчатка. Хлебцы стоят 22,99. Булгур. Куда без него булгур? Националь. 57,79. Потом смесь студенческую увидели. Здесь вот орешки, изюм. Там какие-то сладости. Я думаю, наверное,
ну, какие-нибудь фрукты, наверное, засахаренные. Смесь стоит 30 рублей. Две пачечки взяли. Масло подсолнечное было по акции. Вот это Слобода. 79,99. Мюсли взяла две пачки. Фруктовые классические мюсли. Стоят 69,90. И филе индейки. Здесь мы взяли голень, филе голени. Прокручу, котлетки сделаю. Или супчик сварю, что-нибудь. В общем, за этот лоток 192 рубля. Лимоны взяли и имбирь. Лимоны у нас, килограмм лимонов стоит... Так, килограмм лимонов стоит 89,99. Здесь у меня две штуки на 42 рубля. Имбирь. Килограмм стоит 240 рублей. Саша здесь взял вот такой вот кусочек. Будет, наверное, чай с имбирем пить, да, Саш? Обязательно. Обязательно. И этот кусочек у нас вывесил на 180 грамм 43,20. Ну, вот такие вот покупочки у нас были. Для здорового питания. Не знаю, как шпикачка-то. Колбаска для Димки. Ну, и Санек, наверное, не удержится тоже. Ну, может быть, не каждый день будет, но будем стараться, короче. Будем стараться, не будем есть копченые, не будем пить самогон, да, Иваныч? Самогон, он не, это, не жира, не самогон, а обезжиренный. И что теперь? Его для поддержания вот этого всего, чтобы сбалансировать организм, это все равно надо. Какой красивый он, видите, да. Какой красивый, нарядный. Ну как ему не налить рюмочку? Вот именно. Короче, без этого никак нельзя. Мы сегодня только завтракали, время... 5. 4:30. Сейчас будем мы обедать. Да. Ну ладно, девочки, показала вам покупки наши. Вот, в основном мы сегодня из-за мамки вышли из дома. Ну, как всегда. Как мы идем за хлебом, покупаем телевизор. Ладно, всем пока-пока.